На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Голуби летят над нашей зоной. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. Жизнь моя наперекосяк, канализационный люк, моя дверь. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Тут поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Оскара! Оскара! Друзья, всем привет! Сегодня мы с Брюликом будем снимать классные подходы к жителям города Казани. Точнее, будем подходить к жительницам и предлагать им интересные... Интересности. Оу май. Да, 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 интересности. Вот. Я вообще никогда не боялся подходить к девушкам. А что тут бояться? Подошел, постоял и ушел. Ну, не поспоришь. Это же не заговорить. Ну, давайте посмотрим, что из этого получилось. Мы начинаем. Let's go! Девчонки, хотели вас поздравить с праздником, если вам есть... Вам есть 30 лет уже? Да, да, мне 31 вчера исполнилось. Бранье! Вчера был день овощи, мы хотели для вас песню, ну, небольшую спеть песню, да. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел и все швырнул мне. Вот, держи! Это тебе! Правда? Нет. Спасибо большое. А что? Надо было вот так вот сделать. Можно спросить нескромный вопрос? Свои волосы у вас? Чего, блядь? Нет, это серьезно, свои волосы, да? Да? Да. Вот в честь этого я хотел бы вам песню спеть одну. Одну маленькую спеть. Опять от меня сбежала последняя истеричка. И я по шпалам иду. О боже, какой мужчина. А вот усами он может шевелить. У него есть для вас подарок, специально для вас. Делать ничего не буду. Вот, держи, тебе вот. Да, здравствуйте, извините, пожалуйста, вот молодой человек для вас песню хотел заказать. Один раз в год цветы цветут. И небольшой подарочек, маленький подарочек. Испугались? Обоссался. Спасибо. А что, и посвятить нельзя? Да, девчонки, здравствуйте, добрый вечер. Здрасте. Мы хотели вас поздравить с праздником. Замечательно. Пожелать вам здоровья. Поразительно. Мужчину хорошего. Гениально. И спеть для вас небольшую песенку, с вашего позволения. Мы вам хотели даже заплатить за это, но потом передумали. Ну а что, зачем деньги платить? Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем это экстракцию. Мы хотели спеть песню про женщину бальзаковского возраста. Один раз в год. Знаете, такую песню? И хотели подарок. Нет. И вот есть, вот смотрите, вот с усами парень, он вам подарок сейчас подарит. Это не усики, а пропуск трусики. Вот держи! Ваша задача сейчас на скорость, кто быстрее съест. 3, 2, 1, go! Вот на скорость, кто быстрее съест, получит месячный на трамвай. За рулем. А, за рулем, серьезно, что ли? А я думал, сова. Я, кстати, хотел найти девушку с машины. А квартира есть у вас? Конечно. Можно номер записать? А трехкомнатная квартира? Ты не шали. А, ну все, ладно, пока. Ой, дурак. Хотели бы персональный привет передать от Александра Розенбаума. Вот он скоро приедет на гастроли в город Казань. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Вы поете песню, нет? Гоп, стоп. Мы подошли из-за угла. Гоп, стоп. Ты много на себе. И вот знаете, вот у меня вот папа мой хотел вам подарить небольшой подарок. Пап. Ну нахер. Отец. Наверное, что-то оригинальное. Очень оригинальное. Девушка, здравствуйте.
Здрасте. Дело в том, что вот вы давно уже нравитесь одному юноше. Вот он стоит, он там вот, и он хотел вот, ну, вам подарить подарок и песню. Он передал песню. Заплатил бешеные деньги, 50 рублей. Вот, и хотел бы вот, ну... Нет, не прикол, это реально, он просто, вы ему нравитесь. Я тебе не верю. Вот, и он попросил мне за деньги вот вам песню спеть одну. Ну, одну песенку вот спеть. Такую романтичную, в принципе, как бы, ну, специально для девушек. Владимирский централ. Голуби летят над нашей зоной. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Да, девчонки, здравствуйте. Хотели бы передать привет от создателя Чебурашки. Это получается у нас вот Шаинский. А ты кто такой? Давай, до свидания. И как бы попросил для вас вот песню спеть про Чебурашку. Можно я спою? Пусть бегут неуклюже пешеходы, положим, а вода по асфальту рекой. Все поешь. Делом займись. Если будете петь, пятихатку доплатим. Вот это поворот! Моя играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. И, конечно, знаете, подарок. Вот у меня отец приготовил для вас подарок небольшой. Пап, подари, пожалуйста, подарок. Мы готовы к подарку. Вы готовы, дети? Да, капитан! Та-дам! Зачем его только из больницы выпустили? Ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои медведи, белые медведи, спи ты скорей, малыш. Девушка, извините, пожалуйста, один вопрос только вот. Вопрос есть. Ну, один вопрос к вам. Мы сейчас вот собираем ему на Audi A8 деньги. Нет, мы с вас не будем требовать много. Нам буквально вот не хватает там 3000 евро. 250 евро, знаете, сколько это? Это несколько раз чем больше, чем это. Нет, если нет, мы вам просто песню споем и уйдем, и убежим сразу. Спасибо. Нет, смотрите, песня такая. Пусть бегут неуклюже пешеходы, положим... Подарок в студию, пожалуйста. Тарам-пам-пам! Вот это мой размерчик. Девушка, здравствуйте. Извините, что нарушаю идиллию. А вот молодой человек просто попросил вот передать для вас песню. Вот он стоит. Молодой человек. Вот. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Он романтик. Где обиды, а где боль? Вы что, уходите, что ли? Спасибо, очень красиво. Спасибо. Не уходи, постой, фанатка. С вами немножко пообщаться. У меня есть друг, вот он усами шевелит, сейчас вот он стоит. Он хотел попросить, ну, для вас песню одну исполнить, если вы как бы не против. Ну, маленькую песенку. Камеру уберите свою. Нет, маленькую песню хотели для вас исполнить. Знаете, какую? Вот это такую песню. Ну давай бомби. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами самого синего льда. На самом деле, просто вы ему очень давно нравитесь, он хотел бы вам подарок небольшой преподнести. Да ладно, да ладно! Брюлик. Классно играйся. Спасибо, Брюлик. Вот, держи. Не надо. Не хочу! Не буду! Держи! Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Для тебя рассветы и туманы, для тебя. Как вам песня? А? Все-таки классно поете. Серьезно? Спасибо, да, большое. Мне очень понравилось. Конечно. Надейся. Спасибо большое. Знаете, мне хочется вас угостить. Серьезно? Ты на что намекаешь? Я
А чем? Да, конечно. Конечно, конечно. Без проблем.